жюри готово огласить результаты сегодняшнего фестиваля фейерверков в Смоленске 2014. Буквально несколько мгновений мы узнаем, кто же стал победителем сегодняшнего праздника. Председатель жюри Иванов Виктор, директор компании «Салют лучших коллекций», участник жюри российских и международных фестивалей фейерверков. Я обещал, что вы увидите практически все жюри здесь на сцене. Еще несколько мгновений, и я хочу предоставить слово для оглашения результатов. Ну, наверное, будет правильно, если это будет организатор фестиваля фейерверков «Смоленский звездопад» Алексей Столяров. Давайте, вот это такой. Алексей, эти аплодисменты вам. Ну, он скромный молодой человек, я очень давно знаю этого человека. Пожалуйста, я передаю... Он очень, очень скромный, господи. Это, наверное, какой-то праздник, что он сегодня здесь с нами на сцене. Хочется сказать всем большое спасибо, что пришли. Благодаря вам состоялся этот праздник. Сейчас мы наградим наших участников. За внеконкурсное выступление награждается команда «Огни большого праздника», город Нижний Новгород. Ура! Представители команды на сцену попросим, пожалуйста. Есть таковые среди нас здесь поблизости? Зрелищные фейерверочные композиции. Ну ничего, Почта России и МС работает отлажено. В Нижний Новгород тут 800 километров, в принципе, за сутки доскочит. Зрелищность фейерверочной композиции называется команда «Корсар», город Симферополь. Ваши аплодисменты! Город Симферополь. Наша горячая точка. Ваши аплодисменты. Друзья, смоляне, покажите, насколько мы гостеприимны здесь у нас. Номинации «Лучшее первосветовое решение», «Петербургский фейерверк», город Санкт-Петербург. Я горд, что я смоленин, боже! Какие у нас люди! Какие у нас люди гостеприимные! Номинация «Виртуозная техника показа» награждается командой «Фейерверк Мастер», город Казань. Вот такие вот простые пареньки делают такое чудо в небе. Ваши аплодисменты, друзья! Гран-при получает команда «Имперские забавы», город Королёв. Действительно заслуженно. Я вот прям всеми конечностями присоединяюсь к решению нашего жюри. Приз у него «Золотая мортира». «Имперские забавы», город Королёв, ваши аплодисменты. Гран-при. Российская пиротехническая ассоциация благодарит организатора фестиваля Столярова Алексея Ивановича. Вот такой прекрасный, добрый, русский Алексей Иванович.